Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим фары рабочего света от компании RS, модель LBS30 Cree Combo. Поставляются на такой вот обычной упаковке картонной. Давайте рассмотрим комплектацию. Что у нас идет внутри. Вот. Ну и также подключим фару, посмотрим, как она будет работать. Так. Инструкция небольшая. Далее сама фара, полностью металлическая, герметично заклеена, пыль влагозащищенная, класс защиты IP67. Размеры фары: длина 180 мм, высота 41,5 мм, глубина 82 мм. Вот, система охлаждения здесь радиаторная, как мы видим. Вот, используется по 6 диодов в каждой фаре. Мощность одной фары составляет 30 ватт. Световой поток заявлен 2280 люмен. Ну, дальше мы посмотрим, как они будут светить. Вот, и подключается на питание как 12, так и 24 вольта. В комплекте идут еще монтажный комплект. Это ножки, упоры, можно так назвать, и фиксирующие болты. Вот, сейчас давайте мы подключим на питание фару и посмотрим, как она будет светить. У нас комбинированный свет. По бокам два диода, с одной стороны два и с другой стороны два, светят рассеянный свет, а центральные два идет дальний направленный свет. Вот так вот выглядит световой поток. Чисто белый идет, но яркость очень высокая. Вот, освещать будет очень хорошо. Вот, при покупке на фару распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.